Простите, ворвалась. И вообще, с чего вы за мной наблюдаете? Посказать о себе? Зачем мне это? А хотя, ладно. Давайте сначала сменим обстановку. О чем это я? Что? Как я говорю? У меня есть небольшие способности к телепатии. Так вот, начнем, пожалуй, с самого начала. Я родился в семье обычных вослов работяг. Меня хорошо воспитывали... Что? Да не вру я. Ах, черт, с вами раскусили такие. На самом деле я был наемником, хотя мне больше по нраву искателям приключений. Однажды король Кладиша объявил о поисках реликвии, волшебной косы. Тогда я думал, что это отличная возможность прижиться парой монет, и вступил в отряд для поиска. Казалось, что все было просто, но... мы сглупили. Ожидая сражений и монстров на пути, мы не учли банальные силы природы. Пробираясь сквозь заснеженные леса, мы сами не заметили, как оказались на пороге пустыни. Именно тогда я понял, что мир полон аномальных явлений и непредсказуемых поворотов. Спустя 2 дня пути по бескрайней пустыне многие заболели из-за перепада температур. Упрямцы шли до последнего, многие же вернулись обратно в город, боясь последствий болезни. И они сделали правильный выбор, ведь все больные навеки остались в пустыне. Когда мои силы были на исходе, я все же наконец достиг предполагаемой точки назначения. Радость переполняла меня. Повернувшись, чтобы отпраздновать со своими товарищами, я понял, что был один. Зайдя внутрь, я увидел цель своего поиска – волшебную косу. Осталось лишь вернуть ее в королевство, используя свиток телепортации, вот только... Когда я прикоснулся к ней, я на секунду потерял суть происходящего. Помните, я говорил, как понял, что мир полон непредсказуемых поворотов? Так вот... Ни черта я не понял. При касании к косе внезапно я стал... меньше? Это было чертовски странно. Изучив детальнее свое собственное тело, я понял, я стал свиньей? Какого черта? Но я ведь осел, думаете вы, да? Сейчас осел. Но и вообще, давайте вы не будете меня перебивать. Так вот, после нескольких часов привыкания к собственному новому телу, я решил забрать косу и телепортироваться обратно.